Добрый день. Ну, на сегодняшнюю игру у нас проблемы, к сожалению, с составом никуда не ушли. Дозаявленные ребята позволили нам хотя бы просто выйти на игру. Лазарет также полон, дисквалифицированы на этот матч, никуда не делись. Поэтому определенные проблемы, естественно, мы испытывали кадровые. Ну, а по игре, что могу сказать? Поляна тяжелая была. При таких погодных условиях, конечно, стандартные положения выходят на первый план. Мы забили на один меньше. Последний гол, как бы, уже не беру в счет, это чистая грубейшая ошибка. Как бы могла быть, могла не быть. Поэтому с игры ничего не получилось. Если есть вопросы. Спасибо. Да, пожалуйста. Ну, можно считать, сегодняшний гол – это, в принципе, ну, такое достижение в тех условиях, в которых оказались? Знаете, стандартное положение – это чисто исполнительское мастерство. А гол, забитый с игры, благодаря определенным тактическим действиям команды – это уже, я считаю, достижение. Поэтому стандарт – это… Тем более он был исполнен прямой удар, без розыгрыша. Это чистое исполнение. Антон Акич. На установке какие-то особенные слова находили для команды, чтобы вот в таких условиях и настроить игроков, чтобы они, ну, отдавали? Это слишком много вы хотите от меня. Такой информацией я делиться не буду. Ну а в целом, вот пропущенная игра как сказалась на команде? Ну, не в лучшую сторону. Однозначно выпали из определенного недельного цикла, соответственно, и команда, естественно, в данной ситуации, тут даже дело не в том, что выпали, а в любом случае кадровые проблемы не закрываются. Те люди, которые пришли сейчас на их место, они не могут закрыть, потому что они, во-первых, и до сезона не наигрывались, ну и, соответственно, не могут сразу так быстро влиться в команду. Поэтому сегодня получилось, как получилось. Но эти люди не до конца чемпионата, они останутся в команде? Ну, или это... Это покажет время. Я пока сам об этом ничего, сам об этом не знаю. Ничего. Спасибо. Пожалуйста.